Впервые за всю историю нашего города в Талгургане введена система электронного билетирования. Делается это для того, чтобы контролировать финансовые потоки в сфере общественного транспорта. Талгурган – это единственный город, где проездные для учащихся выдаются бесплатно, потому что они просто-напросто субсидируются государством. Примерная сумма, я вам скажу, где-то за 18-19-20 годы – это примерно 600-700 миллионов тенге в год. Не считая также проездные для многодетных. Это нужно для того, чтобы мы понимали дальше, стоит ли вообще субсидировать, поддерживать эти компании или нет. Мы на транспорт, общественный транспорт. Ага. И вот можно просто оплачивать проезд 80 тенге по проезду QR. Или по пополнению баланса. Ага. То есть пополнение баланса, сюда вводим номер карты. Номер карты, получается, вот он, да? Вот он, да. Этот, возле штрих. Вот, да. Ребята, это ваш номер карты, как бы ваш логин. Да. И просто пополняете. Да, сюда вводите. Через Каспий, да? Ага. Вводите сумму и оплачиваете. Чтобы активировать карту, то есть отправляете логин вот этот на номер 2505, и все, и будет карта у вас активирована. Угу. Вот цена вот этой карты, это получается для взрослых, да, карта? 500 тенге. А для детей? 400. А чем она отличается, например, от взрослых, от детей? Цветом или как? Цветом отличается... Вот это представитель Олимпэй. Электронная система билетирования, Даниар, мы с ним заходим в автобус и сейчас вот так вот попробуем оплатить за проезд. Так, это получается оплачена, да, сумма? И у водителя где-то вылазит, да? Можно посмотреть? Если, когда мы оплачиваем через валидатор, ага, вот здесь фиксируется, да, здесь где-то получается, где оплатили только что. Вот весь список за сегодняшний день, вот столько оплаты было. Электронный билетер, да? Вот это уже за круг, в общем, за рейс, от конечки до конечки. Угу. Вот. Вот автобус, когда доедет до конечного, это все добавляется сюда, на 110. Вот. Это общее, получается? Общее, да, билет, общее. Да? Ага. А что такое, что 20-60 тенге? Это, в общем, билет. Без билета, вот, без наличной, да, оплаты. Да, да. То есть он 120 тенге платит. Ага. Без наличной оплаты у нас 80 тенге. Наличные — это 120 тенге для взрослых, 60 тенге для детей. Вот. Угу. Ага. И как? А, все фиксируется. То есть, да, человек, все здесь, водитель, все увидел, получается, да, 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 то, да, что, да, оплатили, например, там через валидатор здесь у себя, да? На сайте. Карту на сайте? Карту на сайте. Ага. Потом можно сюда прислонить карту и оплачивать проезд полностью. Или через терминал, вот, заходите. Через приложение, в получается, Каспий, да, например, да? Угу. Ребят, оплачивать за проезд вы можете через приложение «Мой Билайн», «Мой Актив», а также через любые банковские приложения, например, Каспий. Да, заходим в транспорт, потом... Общественный транспорт. Общественный транспорт. И вот, оплата проезда по QR. Ага, Олимпэй, да? Да, здесь можно отсканировать любой код, вот. Угу. И тут получается. И дальше продолжить. Вот. Оплата к оплате 80 тенге. 80 тенге, да. Ага. А еще раз, можете показать на валидаторе, вот именно, как это работает через QR именно вот с приложения? То есть еще раз, чтобы наглядно, конкретно было. Многие пользуются просто у нас Каспий приложением. Вот. Олимпэй, QR-код, да? Ага. Все, считал, получается, ага, да, он? И вот здесь высвечивается номер валидатора, то есть номер транспорта. Ага. 50-180. А, вот этот номер, получается, номер, ага, этот индивидуальный номер автобуса. Номер получается, автобуса, да? Каждого автобуса свой индивидуальный. А как оплачиваете СМС? Вот именно через СМС? Через СМС, если на телефоне есть баланс, можно вот этот код автобуса отправить, да, на 2505. Ага. По СМС просто отправить и... С любого баланса, оператора? С любого оператора списывается 80. За мной здание палаты предпринимателей. То есть это выставочный комплекс в Талгургане. Здесь находится офис Олимпэй в Талгургане. Тут люди жаловались на то, что в Казпочте отсутствуют эти именно карты Олимпэй. Да, ну как бы мы изначально около 6 тысяч штук где-то в сентябре месяце согласно договору в Казпочту отвезли. И как бы вот этот процесс покупки, реализации вообще шел плохо. И вот вчера, как говорится, система наша заработала, и прям такой бурный ажиотаж пошел. Народ весь, естественно, побежал на Казпочту, и, соответственно, ну, какой-то, ну, ажиотажный, да, спрос, и там моментально то, что было, даже Казпочта, ребята, прям, давайте, ага, дайте, мы вчера буквально вот 6 тысяч штук еще, карточки еще вчера довезли,
И вот этот момент, вот прямо вот, как сейчас как горячие пирожки разлетаются, ну, в принципе, еще у нас в наличии есть здесь, в Талдыкургане, ну и, соответственно, в Алмате, в Головном, сейчас мы уже заказываем. То есть дефицита не будет? Не будет, не будет, однозначно, потому что мы уже... в Алмату уже, они уже в курсе, что и там, в принципе, с Акимата тоже в Алмату нашу звонили, в Головную, что вот, вот тоже как пирожки разлетаются, нам как бы вот ускорить процесс самой передачи, так что с карточками проблем не будет. Ребятам своим получил, они сейчас ведут переговоры с такими мелкими точками, где продажа сотовых аксессуаров, ну, в основных таких больших торговых точках, уже ребята вроде как бы понимание уже есть, пару точек. Я сказал, что как по возможности, но как Караш у нас в центре, там основные торговые точки. Здесь в пятом основные как бы вот эти точки, где центровые да, в нашем городе, чтобы они переговорили с людьми. То есть эти карты еще в дальнейшем будут появляться в торговых домах, торговых точках, магазинах, да? Да, обязательно, потому что одна Казпочта, как бы в таком плане, как говорится, ну, как бы система пока не работала, люди все как бы видят, что есть такая карточка, но и все подходят, интересуются, спрашивают, а дело к покупке, они говорят, а заработает ваша система? А вдруг она не заработает? Куплю я эту карточку, она у меня... Ну, талдыкурганцы вообще с этим впервые сталкиваются, вот вчера. Ну, конечно, естественно, как бы все новое, но надо отметить, что все-таки в наше время это, наверное, такое хорошее начало, тем более век цифровизации, вот это, тем более государство в этом плане как-то вот в эту сторону крен, ну, в хорошем смысле слова, дает. Может вообще какие-нибудь такие системы скидок или бонусов, кэшбэк, может быть? Ну, есть у нас основные партнеры, Кимобайл Актив, ну, Кисел Актив, Билайн и Кисел Актив, они вот сейчас вот до запуска мы как-то вот пробовали, потому что ну, и обе компании готовы сделать такую акцию. Заплатил 80, там какую-то часть кэшбэк. Балансом, да? Да, на обратно возврат на баланс. Возможно. Если это будет оплачиваться через одна из форм оплаты за проезд. С приложения, по-моему. Да. Я в Актюбинске такое, по-моему, слышал. Через СМС вот этот оплачивать, ну, через сотового оператора. Тогда вот, я надеюсь, уже переговоры были, мы, в принципе, с Билайном вот вроде бы начали и остановили, потому что система у нас не работала в Талдыкургане. Соответственно, как такое маленькое недопонимание, потому что система не работает, имеется в виду не работает в Талдыкургане. А по Казахстану СМС-бус уже работает, соответственно, такая республиканская система. Это будет обязательно система скидок. Ну, пока я в планах нашей компании, наверное, тоже что-то такое будет, например, понижение цены, может быть, там, как бы, ну. Ну, в общем, пока продумывают. Пока, да, ну, да. Все это... Господи, второй день. Да. Второй день. Мы требуем уже скидки здесь. Да. С партнерами, как я сказал, Билайн и KSL Актив, они вот буквально готовы и начнут, наверное, скоро начнут эти акции свои проводить по поводу оплатил 80 и какая-то часть обратно кэшбэком на баланс будут возвращаться. И отсюда это такие не взрослые карточки для взрослых, они сейчас уже в продаже. Это для взрослых, да? Да, вот для взрослых такие карточки. Ну, мы видели, да, сейчас. Да. А это вот такие детские, они уже тоже как бы здесь у нас есть. Как бы сейчас с Акиматом вопрос решится как бы с этих вещей, и все, мы тоже детям раздадим. Понял. Да, это здесь будет проезд 40, здесь 80 по карточкам. А если налом, тогда 120, а там 60, где-то так. Народ, насчет проездных, вот сейчас есть такой план того, что вот пока проездные есть, они как бы уже куплены государством, субсидированы, пока вот срок их не кончится, дети, то есть учащиеся и многодетные, они будут также ездить по ним, но в дальнейшем есть такой план того, что вот эти именно олимпиевские карточки взамен проездных, они будут выданы учащимся и многодетным.